по Соборной площади по-новому. На главном транспортном кольце Омска изменили организацию движения транспорта. Теперь главенствуют правила помехи справа при движении с Красного пути. При подъезде со стороны Соборной площади разрешается движение только налево, на улицу Красный путь, либо направо, на улицу Интернациональная. Выехать на Орджоникидзе нельзя. Об этом информирует новая дорожная разметка. Но водители, судя по всему, внимания на нее не обращают. Это было все сделано в первую очередь для обеспечения безопасности при проезде данного перекрестка. Увеличен накопитель для проезда на Красный путь. Вот этот маневр, он и обеспечит безопасность водителям при проезде с Соборной площади в направлении улицы Красный путь. Также увеличено до 3 полос и увеличен радиус поворота с Красного пути налево на улицу Интернациональную.